не буду фамилию этого чувака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Знаешь почему? Я богат и молодой. Знаешь почему? 10 лямов на ладонь. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто я делаю, что хочу. 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 Он летел, как только купил дом. Продал все битки и купил тон. Соку снял и заплатил криптой. Пали в ТГ-канале, чё с ней было потом? Все мои родные богатые и здоровые. А мне тишка за сотку и платиная как город. Я вчера вино пил на вилле у Паши Дурова. Он просит передать вам, что стену он не вернет уже. Кадиллак, Макларен, Мерседес, купе и Порше. Я бы купил больше, но некуда ставить больше. У меня нет цели, тут все гораздо проще. Я двигаюсь пиздато, чтоб были крутые строчки. Посмотри, мои цепи и часы. Автопарк ценой лямбаксов. Все в России взаперти. Ну и похуй, все равно я собирался трахать мир. Бля, не буду больше жаловаться на скучную жизнь. Честно, я качусь по миру. Со мной 2 чемодана. В одном моя студийка, в другом цветная бумага. Говорят, мой рэп неправда. Но это все неправда. Ведь я пел, когда-нибудь уйду и съебался. Артист года второй год подряд, это уже не весело. С федералами проблемы прямо как у рэперов. Я с любовью шлю домой на родину открытки. За шанс начать все заново, Россиюшке спасибо. 2 ляма бакс, но я не про альбом, а про то, что в мире стало больше одним пацаном. Он будет бегать и гулять, не от этого заебись. Илюха, как русский рэп, я подарил ему жизнь. Знаешь почему? Я богат и молодой. Знаешь почему? 10 лямов на ладонь. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто я делаю, что хочу. 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 Просто я делаю, что хочу.